Бұл енді арнайы ерекше адамдарға арналған, соның ішінде балдарға бірна әлеуметтік қалашықтың социальный деревня мақсаты балдарды біздің маленький странадан большая странаға шығарып жіберу, үлкен әлемге жаңағыдай шығарып жіберу. Мында методикалардың барлығы тек қана ешқандай медицинский методика жоқ, барлығы жаңағыдай Ұлыбританияда барлығы көрсетілген, олардың уже бәленбай жыл жаңа дәстүрі бар, тарихы бар деген сияқты, солардың методикасын біздер қолданып жатырмыз. Ешқандай бала болмайды мына карантинге байланысты. А это ну очень радует, это уже это наше производство, уже на нашей территории появились. Это ротти, чистопородная башкирская порода. Мы вот на двоих, ротти и дидзо, возлагаем очень большие надежды. Мы их сами готовим по своему. Если эти лошади уже готовы, пришли 6-7-летним, да, да, практика, то есть, да, умением работать, они были уже и по терапевтам, мы готовы, мы приобрели. А это наши лошади. У нас, конечно, есть же ребята, мало, количество, и мы двоих отобрали, экспериментально работают. Им всего 2 года, еще немножечко им нужно поработать, я думаю, что его получится прекрасно. Это готовят именно те специалисты, ваши специалисты, которые обучили, да? Да, они нам, да, они у нас родились здесь, и солнце там для нас, да, мы двоих отобрали, которые как бы как психики подходят, вроде бы. Ну, я других тоже покажу, чтобы у вас понимание было. Это Рокки, да. Ну, кто из них будет верховой, кто три, я пока не знаю. В начале года к нам приезжал тренер еще. В прошлом году профессора проводили обучение с Грузии. В этом году вот Сергей Назаренко, он проводил нам обучение, как всему обучил, как взаимодействовать с лошадьми, как с детьми заниматься. К нам вот с начала года дети приходят, но не так много, потому что даже в какой-то момент вообще не приходили. Ну, дети очень, конечно, хотят на лошади кататься, и им очень нравится, но вначале они боятся немного. И лошадь, она как лечебное воздействие очень большое, потому что даже когда лошадь чистишь и взаимодействуешь, ты уже начинаешь как отдыхать, успокаиваешься. Даже когда мы чистим за ними, смотрим, нам уже чувствуется вот влияние лошади, все-таки как природа.